как установить кошелек для Трона Tron Link в браузер. Приветствую, на связи Остап Бондаренко. И для того, чтобы установить кошелек, нам нужно перейти на сайт Tron Link. Этот сайт вы сможете найти, ссылочку на него под этим видео. И если вы смотрите на страницу с уроками, то, соответственно, будет кнопка. Нажимаем и переходим на сайт. Вот так он выглядит. Здесь можно для Android установить, для iOS установить и для Google Chrome, чем мы сейчас воспользуемся. Я сейчас буду показывать с браузера Яндекс браузер, это тоже на движке Chromium, и поэтому, по идее, должно установиться. В Google Chrome у меня уже стоит. Итак, нажимаем Chrome магазин перейти. Соответственно, лучше это делать непосредственно с этого сайта, чтобы вы установили нужное расширение. Нажимаем установить, подтверждаем установить расширение. Мы видим, что вверху появился установщик и, соответственно, происходит установка расширения. Происходит проверка. Проверка успешно прошла. Мы видим сам кошелек. Если мы на него кликаем, то он открывается. Здесь есть языки. К сожалению, русского пока нет, но я думаю, скоро он появится. Итак, для того, чтобы зарегистрировать кошелек, нам нужно придумать пароль и подтвердить этот пароль. Здесь нажимаем на кнопочку ниже, что появилось. И давайте сейчас придумаем пароль и повторим. Нажимаем Continue. Теперь у нас на следующем шаге высветилось три вкладки. Первое — это создать новый кошелек. Второе — это восстановить кошелек, если вы его удалили. И третье — тоже кнопка восстановления кошелька. В данном случае я буду рассматривать первую кнопочку. Я создаю новый кошелек. Нажимаю Create, создать. Здесь нужно придумать имя вашего кошелька. Можно называть Tron, Tron Link. Ну, здесь, в принципе, как хотите. Здесь для вас, чтобы вы понимали, что это за кошелек. Давайте вот так его назову. И просят еще, помимо цифр, еще буквы. Ну, давайте сделаем еще по-английски. Напишем Tron. Все, все зеленые надписи горят. Нажимаем Continue. Вам на следующем шаге выдала мнемоническую фразу. То есть, это фраза, по которой вы сможете всегда восстановить ваш кошелек, либо войти в ваш кошелек. Это очень важная фраза, никому ее не показывайте, потому что именно по этой фразе любой человек может получить доступ в ваш кошелек. Соответственно, даже если вы поменяли пароль, но у человека есть эта фраза, он по ней вошел в кошелек, изменил пароль и получил туда доступ. Ее, если потеряете, не сможете получить доступ к кошельку. Ее нужно обязательно скопировать, то есть это слева направо. Мы копируем все слова именно в таком порядке. Нам нужно вводить, чтобы мы восстановили доступ к нашему кошельку. Эту фразу вы сохраните обязательно. Кликаем на слово, выделилось все, нажимаем копировать. И, соответственно, эту фразу мы должны ввести при следующем нашем шаге, когда переходим на следующий этап. То есть вот эти все слова нам необходимо запомнить, их нужно сохранить, а еще лучше переписать на какой-то текстовый документ. Смотрите, здесь есть такая проблема, что когда, если я сейчас кликну по этому документу именно в браузере Яндекс, вот это вот поле исчезнет. Поэтому мне сейчас ничего не остается, как остановить запись экрана и эти все слова переписать на листочек, потом перейти к следующему шагу и вот так же вот по порядку, слева направо, сверху вниз, вот так вот их вводить. Поэтому сейчас остановлю показ экрана и после этого включаю и продолжаю запись видео. Итак, я переписал все фразы на листочек, его я спрячу и никому не буду показывать. Также у меня в памяти, я кликнул правой кнопкой, они сохранены. Теперь иду следующий шаг, Continue. Кстати, если вы работаете не в браузере Яндекс, а в браузере Google Chrome и поставите рядом вот такой чистый документ, свернете браузер, то при вставке в него вот этих вот значений не будет исчезать окошко. Это окошко исчезает именно в Яндекс браузере, имейте это в виду. Рекомендую, конечно, работать с Google браузера, то есть Google Chrome. Итак, нажимаю Continue. Вот он, следующий шаг, и я должен по порядку понажимать, как они были прописаны на предыдущем шаге, на слова. Так, у меня они все записаны. Первое слово, второе, фон, так, телефон, третье слово. Сейчас я понажимаю, соответственно, эти слова. Если какое-то слово нажму неправильно, то, соответственно, кнопочка внизу не активируется. Если я все сделаю правильно, то кнопочка появляется, значит, я все слова по порядку правильно также ввел, как они были на предыдущем шаге. Нажимаю
следующий шаг. Все, отлично, мой кошелек установился, теперь я сюда вписываю свои фразы. Если я сейчас на него кликну, то по идее я в него зашел. Видите, он уже у меня есть, то есть никуда не пропал. Фразы я вставил, обязательно их сохраню, желательно на флеш-карте, чтобы не оставлять на компьютере. Нажимаю файл, сохранить. Обязательно подписываю, что это кошелек Tron. Сохраняю. Далее мне нужно сам номер кошелька. Кликаю на значок и вот сюда нажимаю. То есть сохраняю номер кошелька. Обязательно ниже пишу пароль данного кошелька. Соответственно, я пока записываю видео, прописывать не буду. Вы запишите пароль, да? И нажимаете файл сохранить. Все, кошелек у нас установлен. Теперь мы можем перейти к методам его пополнения. Самый распространенный и простой способ пополнения – это через обменники.